Черногорский парк. Раннее утро. Бобкат уже в работе. Машина отмывает от грязи детскую площадку. Самое время. В эти часы детей на качелях пока нет. Но как только уборка заканчивается, детвора набегает играть. Приятно, когда приходишь, можно присесть на скамеечку, которая не истоптана, убрана, все протерто. И как бы, ну, с одной стороны, это, наверное, для здоровья детей лучше, потому что все передается через контакт, через ручки, через рукоятки. Здесь вечером или поздно ночью могут быть хулиганы. А как правило, хулиганы пакостят. Поэтому чистить надо. Это, во-первых. Во-вторых, дети маленькие. Где-то руками, лицом. Поэтому, чтобы все было чисто. В это время коммунальщики продолжают работать. Отмывают мемориальную плиту у вечного огня. Задача ответственная. Перед тем, как смыть зимнюю копоть мощной струей воды, уборщики наносят специальную чистящую смесь, по составу похожую на средство для мытья посуды. Жидкость отмывает грязь мягко, что в случае с памятником воинам Великой Отечественной особенно важно. Также у нас будет помыт сам памятник, но он будет помыт чуть позже, ближе к самому празднику 9 мая. И также будут у нас помыты мемориальные стелы. Всего на территории Абакана 21 зона отдыха. Все парки обещают очистить от мусора и грязи уже через 2 недели. Ожидается, что вывезут около 150 кубов мусора. А по городу в целом коммунальщики убирают 1000 кубометров мусора. Помочь сделать столицу чище может любой житель города. Только в прошлом году в субботниках приняли участие 7000 горожан. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.